Я бы сказала так, недорог подарок, как дорого внимание. И оценивать, сколько бы я готова была подарок, это как бы с учетом того, что если я хочу делать подарок, как бы я повторяюсь, да, я бы сделала его таким, чтобы было человеку приятно. А если человек оценивает, насколько дорог подарок, а не мое внимание, то тогда это не человек не должен понимать подарок расценивать. То есть как внимание, которое там вот дороже моего какого-то дружеского отношения.